мұғалімдер шеберліктің үлгісін көрсете білуі тиіс. Үй жағдайында баланың қосымша білімді қажет ететіндіктен ата-аналар қолдап, өздері де бірнеше ұсыныстар түсіріп жатыр. Яғни оқушылардың бос уақытында қосымша біліммен сусындауын қажет ететіндіктерін айтуда. Бұл қосымша білім берудің маңызды орын алатындығын дәлелдеп отыр. Әрі педагогтардың ата-аналармен жұмысының нәтижесі көрініп отыр осы жерде. Яғни біздің мұғалімдер педагогтармен жиі ата-аналармен үнемі байланыста деген мағынаны білдіреді. Педагог, оқушы, ата-ана бұл негізгі үштік бірлестіктің өзара түсіністік, бірлескен іс-әрекет, өнімді нәтиже екендігін біз өз тәжірибемізден көріп отырмыз. Бүгінгі вебинар тақырыбының да қашықтан оқыту барысында педагог, оқушы, ата-ана арасындағы байланыстың маңызы атты болуы да әрине осы мәселеге орай. Мен келесі сөзімді жалғастырушы, осы мектептің оқушысы жөндегі меңгерушісі Рязанова Галина Александровнаға беремін. Добрый день, уважаемые коллеги! Вот и закончились каникулы, где мы с вами начали апробировать обучение в дистанционной форме. Кому-то это очень было сложно, это эксперимент немного был на каникулах, да, и сейчас началась четвертая четверть, мы, конечно, должны тянуться в нее, познакомиться вплотную с дистанционными формами, и чтобы наши дети были заняты. И вот наша практика на каникулах, я думаю, всем показала, что наиболее благоприятные условия обучения детей дистанционно складываются тогда, когда непосредственными участниками учебного процесса являются родители наших воспитанников. Поэтому основными мы считаем характеристиками взаимодействия вот этого педагогического треугольника ученик-родитель-педагог – это взаимопонимание, взаимные действия и срабатываемость. Это как три кита, на которых сегодня строится обучение. Значит, какие первые наши взаимные действия должны были на каникулах и сейчас должны, кто еще не втянулся в работу? Это, во-первых, ознакомление родителей с содержанием и методикой учебного процесса, организуемого дистанционно. Но прежде чем мы будем знакомить родителей с содержанием, мы должны получить принципиальное согласие родителей на участие детей в дистанционной форме обучения. Также изучить активность учащихся родителей, возможности и сложности технической оснащенности. Максимально упростить технические и организационные проблемы. Познакомить родителей с содержанием и методикой учебного процесса. Ну и, конечно, выработать алгоритм проведения занятий. Очень много было вопросов задано не только мне, но и нашим заучим, как проводить урок. Я думаю, вы уже на каникулах это поняли, как проводить урок. Или вы используете видеозаписи свою видеозапись, да, и отправляете детям домашнее задание. Или вы отправляете теорию, потом они у вас отправляют как обратная связь видео или выполнение задания, смотря, конечно, какой учебный предмет. Так вот, мониторинг показал, что ради повышения эффективности общения педагогов, обучающихся родителей между собой, это или индивидуально, или в малых группах, необходимо максимально упростить технические и организационные проблемы. Самый эффективный способ сейчас для нас, как бы психологически, сосредоточиться не на том, что сейчас очень трудно, недоступно или непредсказуемо, а наоборот, на том, что можно хорошо было бы сделать. Конечно, формы и методы дистанционного обучения, они будут совершенствоваться, я надеюсь, у наших педагогов. И мы планируем разработку и реализацию каких-то различных онлайн-проектов, конкурсов исполнительского мастерства, конкурсов по детскому творчеству, изобразительному, декоративному искусству.
Также необходимо будет собрать какие-то интернет-ссылки на полезные, интересные материалы. Также продолжаем снимать видеоуроки, собирать их в копилку у себя в папочке. И, конечно, очень интересная вот такая форма работы – это видеоролики. Подключаем старших своих ребятишек, воспитанников, и как-то вот работаем с ними. Конечно, такие формы работы требуют очень большого, ну, каких-то знаний специальных, да, и дополнительного времени. Но мы с вами готовы, я надеюсь, к таким интерактивным компонентам педагогического общения и обмена действиями. И вот сейчас педагоги представят внимание, ваше внимание, свой опыт работы в разных формах дистанционного общения. Я жоғарғыдағы айтылғандарымыздың айғағы ретінде сіздерге бөлімінің педагогтары, педагогы, театр бөлім педагогы, бейнелеу өнер педагогы өздерінің жұмыстарын қазір көрсетеді. Так, Большакер Токашевны нету, да? Вместе Большакер Токашевна. Зульфира Мырзабековна. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, құрметті әріптестер. Балшыкер Тоқашынаның атынан сөйлеп отырмын. Техникалық ақауларына байланысты ол кісі кіре алмай отыр интернетке. Мен енді айтып өтейін ол кісінің орнына. Қазіргі елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты, қашықтан оқытуда педагог пен оқушы байланысын кеңейту өте зор. Бұл жерде қосымша білім беру саласы мен ата-ананың ықпалы мол. Баланың негізгі сабақтарынан кейінгі бос уақытта өзінің сүйікті ісімен айналысуын қадағалау, баланың отырған орны қолданатын заттарымен жабдықтау ата-ананың міндеті болып тұр. Бұл орайда ата-аналарымызға алғысымыз шексіз. Тек қана шыдамдылық, қажырлық тілейміз. Осы жағдайда қашықтан оқытуға байланысты көктемгі демалыс кезінде көптеген дайындық жұмыстары жүргізілді, алдын ала тексеру сабақтары өткізілді. Бұл жерде әртүрлі жағдайлар қарастырылды. Біріншіден, алдын ала үнтаспаға жазылған концертмейстердің сүйемелдеуімен, яғни партияна аспабының тазалығымен жазылған әр оқушының ойнау деңгейіне қарай балаларға записьтер таратылды. Дайын записьтер таратылды. Екіншіден, алғашқы буын сыныптарында, яғни бірінші сыныптарда теориялық қайталау сабақтары өткізілді. Музыкалық сауаттылық, аспап құрылысы, саусақтардың қойылымы, әртүрлі штрихтағы қаттар, жаттығулар, музыкалық диктанттар және тарихы мен жобалар қорғалды. Бұл жерде жекелей сондай-ақ топпенде жұмыс істеуге болады. Сөзімнің дәлелі ретінде оқушым Алтынайдың үйдегі жұмысын көрсетейін. Алтынай. Сәлеметсіз бе. Бүгін мен сіздерге таңға әуен деген шығармамды ойнап беремін. What just now? Уважаемые коллеги, отключите микрофоны. Почему? Я не знаю, конечно.
Кто опять там заставку какую ставил? Экран. Алтынай, музыка с ойной веронда. Өзің аспапта ойнай бер. Көргендей, бұл қашықтан оқытудың бір түрі ғана, яғни алғашқы тексеру сабақтары өткізіліп жатыр. Қазіргі таңда бұл сабақтар жоспар құрылып, осы ретте төртінші жұмысымызды толықтай жалғастырамыз деп айтуға болады. Менің айтарым осы, назарларыңызға рахмет. Рахмет, Зүфира Мырзабековна. Оксана Петровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Артеменко Оксана Петровна, я педагог детской школы Скужи с художественного отделения. Значит, сложившаяся на сегодняшний день ситуация в мире, в стране, связанная с пандемией, подтолкнула меня к поиску новых форм обучения детей ИЗО младшего школьного возраста. Значит, выйдя на каникулы, в условиях карантина дети остались без занятий. Я решила попробовать отправить задание в родительский чат с помощью мессенджера WhatsApp. То есть, ну, как бы выдала задание, установила время сдачи, конкретные цели, и начался процесс у нас работы. Родители отправляли в группу, ну, тут пример Игоря Васильевича, то есть это уже дальше, уже после меня начали работать. Вообще, вот принцип был такой, то есть отправлялась работа, какие-то консультации, какие-то там моменты выяснялись, все это было вот в таком виде. Значит, когда работы мы закончили, в принципе, работы получились достаточно неплохие, работы были отправлены в группу коллег, где были отобраны лучшие и выставлены на странице в Инстаграм. Значит, чем хорош этот метод, это то, что был диалог, было задание, консультация, доработка и итог, который уже потом был выставлен. Значит, описанный метод работы мной, на мой взгляд, является более как бы удобным, подходящим для преподавания моего предмета. Во-первых, дети не будут целый день сидеть перед экранами компьютеров, телевизоров, да, то есть сейчас вчерашний день многое показал, вот, а могут занять удобное место, комфортное положение, грамотно вчитаться, вернее, ну, разумно вчитаться в процесс, в задание, и начинать выполнять. Значит, этот метод тем хорош, что позволяет переключиться с одной обучающей платформы на другую. А также это индивидуальный подход к каждому ребенку. То есть, когда он мне пишет сообщение, я могу его прочитать, подумать, как ему ответить, дать качественную консультацию. Вот. Также у меня занимаются дети с ограниченными возможностями. Для них тоже удобно, потому что все это невозможно вывести на экран телевизора, там увеличить. Вот у меня слепая девочка, ну, полуслепая, скажем, плохо видящая. То есть она это все разворачивает, смотрит и уже какое-то выполняет задание. Потом, допустим, когда один компьютер дома, да, то есть сейчас все родители находятся на удаленке, и это очень тяжело совмещать, когда один вот доступ в интернет, ну, это тоже вот, как сказать, плюсы WhatsApp. Вот. Также отсутствие каких-то материалов, когда задается какой-то видеоурок, предполагается, что есть
все материалы в наличии, белая гуашь, черный маркер, и когда это все выдается, оказывается, у ребенка не отказалось. Тоже как бы минус. Ну, вот. То есть видеоуроки мы, конечно, тоже будем создавать и тоже будем запускать это все. Но мы выбрали такой метод дистанционного обучения. Мы их учим творить, делать самостоятельные работы, учим детей думать. Поэтому вот этот метод нам очень удобен. И еще один, как бы как новый сценарий, это сориентировать уроки на конкурсы. Это и престижно, вот, и как бы ответственно. То есть, ну, вот это наш принцип, наша работа. Вот, ну, всем спасибо за внимание, не болеть, всем здоровья. Спасибо, Оксана Петровна. Спасибо. Дальше. Добрый день, меня зовут Винокурова Юлия Васильевна, я преподаватель театра. Театр я преподаю, используя разные формы обучения. Это групповую. Кто там? Пожалуйста, я включила, да, групповую, коллективную и индивидуальную формы работы. Можно следующий слайд? Для преподавания театра мне не требуется других объяснений. В основном преподавание театра ведется... Кто там выключен? Инструментом каким-то слышно. Выключите, пожалуйста. Преподавание театра в основном предполагает практическую работу. Поэтому для работы в старших группах я использую платформу Zoom. Очень хорошо подходит для объяснения материала и для проверки работы по сценической речи, по актерскому мастерству. В младших же группах и средних лучше подходит платформа WhatsApp. Я записываю видеоуроки, объясняю задания, и ребята мне высылают уже выполненное задание, где я смотрю, все корректирую и говорю, что нужно сделать в дальнейшем. Родители оказывают нам большую помощь, во-первых, в организации этих занятий, для, особенно касается это младших школьников, видеозаписи работы учащихся. Кроме того, мы с родителями обсуждаем работу учащихся в онлайн-конкурсах, проводим свои конкурсы для родителей детей в группах. И вот я сейчас хочу показать вам на примере, как прошел у нас на каникулах занятие. Была тема выразительное чтение литературного произведения. Кто выбрал стихотворение, кто выбрал монолог. И мы делали вместе разбор этого произведения. Потом читали произведение по частям, в дальнейшем дети, уже собранное полностью произведение, записывали на видео и высылали мне свои, что у них получилось, скажем так, творческие работы. Сейчас я вам покажу одну из творческих работ таких. Это выступление Ани Погребняк. Она читает отрывок из романа Фадеева «Молодая гвардия». Пожалуйста, внимание на экран. Мама, мама, я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой, он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может, они были и грубее, руки твои? Ведь им столько выпало работы в жизни, но они всегда казались мне такими нежными. Я так любил целовать их прямо в темные жилочки. Да, с того мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней минуты, когда ты в изнеможении тихо в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни. Я всегда помню руки твои в работе. Спасибо за внимание. Ну, я все. Так, слово Ольге Евгеньевне.
Ольга Евгеньевна, вы здесь? Да, все, слышите меня, да? Да. Так, родители как непосредственный участник образовательного процесса, плюсы и минусы. Мы уже провели с вами пробные уроки, и, конечно, уже у нас появились и преимущества мы увидели, и отрицательную сторону наших занятий. Ну, как работаю я? Я в WhatsApp высылаю шаблоны к уроку, разработку урока и видеоурок минут на 10-15. Затем по WhatsApp у детей я создала две группы. Одна группа для занятий, вторая группа только по отчетам. Во второй группе дети высылают мне свои отчеты, задают вопросы, делают WhatsApp.